53-летний британский актер Дэниел Крейг, он играл Джеймса Бонда, известный артист очень, в интервью заявил, что не планирует оставлять наследство своим детям, поскольку это неприятно. «Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю практику наследования довольно неприятной. Моя философия заключается в том, чтобы потратить или раздать все средства перед смертью». Ну, хорошо. Как вы вот на вот это вот решение, вот каково детям слушать это? Вот они сидят, слушают, папа говорит, вы от меня ничего не получите. Нет, но ничего это не значит ничего. Это значит, что у вас у каждого будет дом, какой-то счет в банке, там пару миллионов. То есть стартовая площадка у вас будет. Да, но не более того. Это правильный подход вообще? Это правильный подход, да. То есть оплата за университет, хороший подарок на свадьбу там и так далее. То есть нормально. Но не более того. То есть не передается все в семью, все в дом, а вот так вот, да? Нет, только да. То, что необходимо. Да. Что это делает с молодым человеком? Готовит его к жизни. Он понимает, что он должен работать. Готовить себе да, основу для своей жизни. Должен работать, должен учиться, обрести специальность, может быть, создать какое-то предприятие на те деньги, которые ему все-таки отец даст. Поможет создать это все как-то. Но не то, что он будет богатым болванчиком всю жизнь. То есть, если он получает сразу все деньги, как вы говорите, становится богатым болванчиком, это что это с ним делает? Очень вообще человека... Убивает. Убивает, да. Что в нем парализуется? Ничего хуже. Он не сможет это тоже запустить в какие-то эти обороты, продолжить и так далее? Ну, как-то... Только если он будет зажат. То есть, надо зажать? Обязательно. Ага, обязательно. Без этого уже абсолютно никак ничего толкового из человека не выйдет. То есть вы считаете, что правильное воспитание – это и зажать тоже, да? Написано в Торе, да, что ни в коем случае не показывай своим детям, что ты богат. И тем более, что ты им готовишься что-то оставить. Ты им обещаешь помощь в том, чтобы они подготовили себя к хорошей, нормальной, разумной, производительной жизни. И все. То есть не баловать детей, это никак, никак. Это чуть помочь им и отпустить. Да. То есть вы за то, что вот говорит этот парень, этот Дэниел Крейг, нормально, да? Да, я с ним согласен.